Всем привет! Меня зовут Светлана, и я хочу в данном ролике почитать мантру на исполнение желаний. Здесь будут вспомогающие мантры, мантры благословения, мантра очищения дорог, путей, очищения кармы. Сама мантра на исполнение желаний, которая будет повторяться 108 раз, и вам не придется считать. И мантра благодарности. Поэтому настраиваемся. Кто задумывает желание, сумму денег, кто просто задумывает успех, изобилие, процветание. Слушаем мантру и визуализируем то, что вы хотите. Потому что желание может быть любое. Главное, чтобы оно никому не вредило. Начинаем. Ом Махадевая нама. 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 Ом Ханукха Шабхарпи Соха. 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 Ом. Ом Падме Ушниша Бимали Хумпе. 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 Ом Падме Ушниша Бимали Хумпе.
Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе. Ом Падме Ушнишабе Мали Хумпе.
Ом падме ушниша бималих умпе. 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 Гопала Говиндарама Мадана Мохана. 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 Харибол, Нитайгор, Нитайгор, Харибол, Нитайгор, Харибол, Нитайгор, Харибол, Харибол, Нитайгор, Нитайгор, Харибол. Намасте. Желаю вам всем счастья, удачи и успеха. Пусть все ваши желания исполнятся и принесут вам радость, удовлетворение и благополучие. И немножко хочу сказать о самой мантре, которая исполняет желание. Ом падме ушниша бималих умпе. Это мантра белоснежного лотоса. Очень сильная мантра, которая настраивает на нужные вибрации для исполнения наших желаний. Считается также, что данная мантра оберегает наше жилище. Эта мантра, ее полезно написать и повесить над входом в дом. Тем самым она будет защищать от негативных людей и энергии. Значит, она еще срабатывает как оберег. Многие считают, что если человек хоть раз столкнулся с этой мантрой, он навсегда освобождается от страданий. Это фантастическая мантра. Практикуйте ее в течение месяца. Ом падме ушниша бималих умпе. Мантра «Исполнение желаний» дает нам благословение получать то, что мы хотим. На самом деле эта мантра настолько сильна, что даже узнав про нее, это уже считается благословением свыше. Она устраняет препятствия на пути проявления нашего полного потенциала и помогает любым желаниям стать реальностью. Поэтому желаю я вам всех благ. Практикуйте эту мантру. Ее можно читать в течение месяца. И, скажем так, наблюдайте за всем, что будет происходить. Всех благ вам. Я вас люблю. Если вам понравилось, ставьте лайк. Желаю вам всем счастья.